Добрый день, друзья! Сегодня 12 мая 2023 года. Я в Алуште. С вами канал «Дневник коренного крымчанина». Сегодня сделаем обзор цен на рынках. На новом рынке, на улице Ялтинской и на улице Первомайской. Но все по порядку. Идем, смотрим. На улице Виноградная, 1, находится новый рынок. Остановка так и называется. Улица Виноградная, новый рынок. Доехать можно сюда на маршрутке номер 8. 8А, и еще входит маршрутка номер 9. Интерактивная остановка. Посмотрим цены. Специальные цены, борщевой набор. Лук 40, морковь 30, картофель 40. А это уже молодая картошка, да? Крымские яблоки. Капуста молодая 85, цветная капуста 150. Баклажан 250. Кабачок 100 рублей. Перец болгарский 220. 50 килограмм? Конечно, килограмм. Салатный розовый помидор. Клубника цена. 300 вижу, рублей килограмм. Вижу, спасибо. Но это наша крымская? Конечно. Ну а мы пойдем с вами дальше. Крымская клубника, это меленькая 220 рублей, а большая 300, а очень большая 320. Пришла уже? Крымская клубника. Запах непередаваемый. Пять.
лучшие саженцы на любой вкус. Большой выбор. Вот здесь стояли контейнеры, все поубирали. По субботам, воскресеньям здесь проходят большие ярмарки товаропроизводителей. Ну, а мы с вами посмотрим сейчас, что здесь есть. Капуста 85, перец 250, огурец 90, грибы 230 рублей. Магазинчик фрукты и овощи оптом и в розницу. Добрый день. Так, клубника как наша крымская также, да? Помидоры сакские. Это молодой картофель. Молодой картофель. Капуста. И молодая капуста по 85 рублей. Кабачки Крым 110. Чеснок 30 рублей штучка. Цена не падает. Фермерский дворик. Здесь находится магазин мяса у Вована. Дубкинский производитель. График у них изменился. Раньше работали пятница, суббота, воскресенье. Теперь они работают каждый день. Кроме понедельника. Ну, зайдем посмотрим. Свинина, печень, легкие, говяжий язык, печень, говяжья. Небольшой выбор мяса. Ребята, обратите внимание, ок, от 15 килограмм. А где здесь были, значит, есть. Вот, смотри, будет. Какой, блин? Нет, печени свиной, это грамм 600.
сало аппетитное. И обратите внимание, самое сало 389 рублей. Почеревок. Яйцо 82 рубля. Ну, также здесь можно приобрести колбаски гриль, купаты, маринад, курица бедро, курица крыло, мякоть свиная, а не шашлык. Субпродукты, сердце, каркасы куриные. Утка 289 рублей. Курица домашняя 239 рублей. Большой выбор в этом магазине. Сделал я обзор на новом рынке. И теперь с вами идем на улицу Ялтинскую. Друзья, встретил своего подписчика, зрителя канала, Богдан, да. Живет в Алуште. И скажи мне, пожалуйста, как часто смотришь мой канал? Я вас смотрю почти что каждый день. Так классно, когда весь день ты хочешь, уроки сделаешь и посмотришь вот, дневник коренного крымчанина. Очень классные. Подписывайтесь, конечно, на него. Ну, спасибо, Богдан, спасибо. И тебе удачи. Ну спасибо. И хороших отметок. Друзья, я по улице Ялтинской. Магазин «Все для рыбалки». Кому интересно, изначально он был, куда смотрит камера. Сейчас он переехал сюда. Цветочная лавка. Вот здесь находился этот магазин, все для рыбалки, и переехал напротив. Фирменная торговля Джанкойского молзавода «Новатор». Мини-рынок напротив магазина «Пут». Смотрим цены. Здесь же можно оплатить и картой. Сделаем обзор. Много зелени. Зелень по 30 рублей. Thank you.
здесь же на улице Ялтинской, возле автовокзала, магазин «Розалия». Цветы, цветочки, все для праздника. Огромный выбор. Добрый день. В этом магазине великолепный аромат цветов, цветочный рай. Букеты авторской работы. Девушка собирает букет. Вообще шикарный. Спасибо. Работает с 6 утра до 24 без выходных. Оплата можно картой. Идем дальше. Слева автовокзал Алушты. А мы с вами через подземный переход идем на улицу Первомайскую. Цветочный рынок находится в подземном переходе. Добрый день. Хочу передать всем привет. Всем любителям и подписчикам хорошего блогера хочу передать привет из Алушты. Хорошим. Спасибо большое. А откуда вы приехали? Мы здесь живем. Здесь, да? Мы вас смотрим. Спасибо большое. В подземном переходе встретил зрителей своего канала. Передают всем привет. Добрый день. Добрый. Пионы пошли. Красотища здесь. Посмотрим на крымские цветы. Крымская лилия. Это уже авторская работа. Букет. А подскажите, пожалуйста, а лилия сколько стоит веточка? Веточка 350. Ясно. Да, букетик с альстермерией 500. А это пион, 80 да. рублей. Это тоже веточка, да? Цветок. По цветочку, да. Сейчас пора пионов пошла, да. Пройдем с вами по улице Первомайской. Посмотрим цены. Это узнаваемая улица. Все эту улицу знают, что здесь продают по креативным ценам овощи, фрукты, ну и многое другое. Крымская клубника. Добрый день. Добрый день. Можете передать привет всем привет своим. Грузию. Всем своим родным, своим близким. Родным, всем, брату, сестру, Чандри, Накопья. Всем. Спасибо вам. Спасибо. Смотрите канал. Да, ребят, спасибо. Ну мы смотрим также с вами цены. Клубника крымская. Грузинская аджика. Чурчхела. А сколько стоит чурчхела? Чурчхела 200 и 100. Варенье разные, все свои. Спасибо. А мы с вами идем дальше. И здесь же открылся магазин «Вкус Востока». Зайдем, посмотрим. Очень много сухофруктов. Приветствую. Помощь на
Орехи. Да, и все. Да, и все. Ну, все. Номер телефона не взял. Ай, у него запрос прямая трансляция. Молочная страна, магазин же здесь есть наших местных производителей. Молочная лавка. Добрый день. Добрый, добрый. Авокадо 100 рублей, груша, банан, огромный выбор. Ну и клубника, пошла клубника. Крымская клубника. Крымская. Бахчисарай. Аромат стоит, ребята, я вам доложу. Обалденный. Грибы 250 рублей. И огромный выбор зелени. Щавель. Салаты. Петрушка, укроп. Лук зеленый. Чеснок. И соленья. Улица Первомайская, 19А. Вкус крымского солнца. Твой овощной свежий выбор. Thank you.
друзья, с вами канал Дневник коренного крымчанина. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и не забывайте оставлять свои комментарии. И также подписывайтесь на мой телеграм и дзен. Всем удачи и добра. Еще увидимся. Будет много интересного. Пока-пока.